Кабир Нуриев много лет работал трактористом. Наличниками собственного изготовления он украсил дом матери в родной деревне. Неожиданно для автора селяне творчество оценили. Просто увидел и начал делать такие вещи. Сначала увидел я в Кукмере, сам себе сказал, что я смогу же это делать. И вот начал делать. И до сих пор вот делаю уже года 7-8, наверное. На один наличник уходит до 12 часов времени. Узоры придумывают сам, иногда что-то подсматривают у других мастеров в интернете. Татарские орнаменты же есть. Или по телевизору вижу, или где-то вижу, или сам придумываю. Ну, все это совмещаю. Кстати, инструменты Кабир Нуриев тоже сделал сам, а двое его сыновей поддержали дело отца. Увлечение для себя стало пользоваться спросом. Сейчас за наличниками мамадышских мастеров приезжают из Кукмара, Челнов, Казани и даже из соседних регионов – Мариэл и Кировской области. Алсу Ахмедзянова, Эльмира Миникаева, Фаид Шихудинов, Лилия Латфулина. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».